Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Я сегодня не такой, как вчера. В отзыве есть человека, обладающего буквой Т. Буква У говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Человек с буквой У в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Из таких людей, которые несут это имя, получаются стойкие революционеры. Владельцы этого имени, подобные величайшему Канту, являются примерами наиболее удачного взаимовлияния Солнца и Урана. Люди с буквой Т в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Люди с буквой Г в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Буква И в имени говорит о неполноте и чуждости. Владельцы этого имени склонны много работать, и они обязательно достигают всех целей, которые ставят перед собой. Однако уступчивый зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Звук Г указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Очень часто человек с буквы Р в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Буква Т дает человеку настырность. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.